Несмотря на отмену ковид-ограничений, коронавирус никуда не исчез. Сейчас медики отмечают увеличение числа заражений. Поэтому Роспотребнадзор снова рекомендует людям с хроническими заболеваниями надевать маски в закрытых помещениях и в местах с большим скоплением людей, а также вакцинироваться тех, кто этого не сделал, и ревакцинироваться тех, кто уже привился. Опять начинается какая по счету уже 7-8 волна, и людям нужно вакцинироваться, кто не вакцинировался, а если кто вакцинирован, то уже повторно ревакцинироваться. Лучше делать тогда, когда человек не болен, то есть не в период обострения его хронические заболевания, если таковые имеются. И если у человека УРВИ, конечно, никуда не приходит и не вакцинируется. То есть хотя бы месяц или 3 недели должен быть медотвод от того, как человек выздоровел. Первичная вакцинация проводится 2 компонентами, ревакцинация одним. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлиниках городского округа Люберцы, стационарах и мобильных пунктах. Вакцина вводится только после обследования состояния здоровья пациента терапевтом.